Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Джуза, и сегодня мы поиграем в Big Brain Simulator. Никогда в него не заходил, и я уже вижу здесь нечто забавное. Смотрите, почему у них у всех такие гигантские головы, и они еще растут. Растут не по дням, а даже по секундам они растут. Ничего себе! Ого, смотрите, сколько там островов наверху! Облачка какие-то, по ним прыгать получается можно как-то, но я не могу. И у меня голова маленькая, значит мне нужно... О, читать книгу! Ничего себе! Во! Смотрите, я читаю книжку, и моя голова растет. Куда она растет, неизвестно. О, еще одна приземлилась гигантской головой. И что? А, все, смотрите, все, максималочку мы прокачали. И теперь мы что-то можем... Короче, мы кликаем. Ребята, кликаем, и наши мозги увеличиваются, наша голова становится все больше и больше, мы становимся умнее. А все почему? Потому что мы читаем книжки. Так, давайте-ка мы посмотрим, что здесь есть. Вот есть магазин какой-то, в котором мы можем покупать книжки. Вау, а... Нет, я не могу сразу на последнюю перейти, поэтому надо мне вот так вот все прокликивать. Офигеть, сколько здесь книг. Самое последнее, сколько это так? Миллионы, миллиарды... И триллионы, сколько это? Какая цифра, напиши в комментариях. Короче, это какая-то космическая книга, магическая огненная книга, это офбук какой-то, еще что-то. Ну, короче, о, черная книга, вот это меня прикалывает. Вот это прикольная книжка, черный Shadow Bow. А все равно это все очень дорого и непонятно для меня. Кстати, что я вышел-то? Мне же надо было купить книжку, вот это за 25 коинов, наверное, да? Следующие 100 коинов стоит. Вот, теперь у меня синяя книжка. Теперь мы будем получать больше знаний. Чем больше мы книг покупаем, тем больше у нас знаний. Ой, мне что-то предлагают купить бесконечные знания за 700 с чем-то робуксов. Пока мы это ничего покупать не будем. Но ты же знаешь, если тебе это понравится и ты захочешь еще, то я обязательно куплю здесь что-нибудь интересное. Тебе главное лайк поставить, ну и подписаться, потому что... 85% меня смотрит без подписки, у меня голова вот от этой информации разрывается, как у этого парня, она гигантская. Я такой думаю, почему ты не подписался еще? Так, ну ладно, у меня 100 коинов есть, здесь есть апгрейд, 75 коинов стоит, следующий 150 коинов стоит апгрейд. Ля, все, мы смотри как прокачиваемся, по 5 мозгов получаем. И все, денежки у нас капают. Давайте сейчас магазин еще мы заценим. Кстати, давайте максималочку 50 сделаем и попробуем прыгнуть. У нас от количества знаний наша... Ой, наша голова будет увеличить... Ой, не голова... Блин, зачем я продал? Короче, я хочу узнать, с помощью головы мы сможем прыгать или нет? Как это вообще работает? Вот все, у меня есть 50, и что? Выше я не прыгаю, да? А как тогда попасть в следующую локацию, пока мне неизвестно. Давайте заценим, что здесь есть в магазине. В магазине есть у нас бесконечные мозги. 745 робуксов стоит x2 коин. Ничего себе, 1000 робуксов хотят. Так, быстрое прочтение, 600 робуксов. У нас скорость 100 робуксов. А это что такое, баллон? Это шарик, да, получается? За 200 робуксов мы можем получить шарик и за 500 дабл джамп. Вау. Смотрите, за 9 робуксов есть 1000 коинов, 25 робуксов 10 тысяч коинов и так далее. Короче, можно здесь купить что-то, я не знаю, 50 тысяч коинов за 50 робуксов и куда-то улететь. А куда мы улетаем, я не знаю, как попасть. Так, давайте, знаете, что сделаем? Где это у нас коины? Вот, за 50 робуксов мы возьмем 50 тысяч коинов сейчас. Берем и посмотрим, что же здесь можно от 50 тысяч сделать. Возьмем сейчас, что, так, это слишком далеко, ничего себе. Давайте за десяточку мы берем коинов, книгу, которая нам будет по 200 сейчас давать. Я не знаю, вообще это хорошее ли вложение или нет, напиши мне в комментариях. Или я просто так выкинул 50 робуксов непонятно куда. И мне нужен сейчас апгрейд. Апгрейд, сколько я потрачу? Все, закончилось, да, это максимальный апгрейд. И у меня осталось 1000 коинов. Ну хорошо, давайте теперь попробуем прокачаться. Вот, теперь наша голова растет очень быстро вроде бы. Очень быстро. Здесь, наверное, еще есть какие-нибудь реберты по-любому. Или нет, я не знаю. Так, инвайт какие-то есть. А, это я друзей могу пригласить. Friends, это... Я не знаю, что это делается.
Пока мне непонятно. Короче, смотрите, моя головешка увеличивается. И во, смотрите, чем мы умнее становимся, тем выше прыгаем. Во, я понял, давайте прыгать сейчас на следующие острова. Во, тихо. Я падаю очень быстро, я понял. Подпрыгиваю достаточно высоко, но падаю очень-очень быстро. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Опа, здесь аккуратно надо прыгать. Очень аккуратно, тихо, слишком далеко, все. Это вот моя максимальная голова сейчас. Надо книжку убрать и попытаться допрыгать до следующего островка. Ой-ой-ой, падать больно. Блин, здесь шарик нужен, по-любому шарик нужен. Чтобы подстраховка хоть какая-то была. Куда дальше лезть-то, вот непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй, упал. Так, как забраться? О, сквозь них можно подниматься, кажется, да? Нет, нельзя, нет, я упал. Так, нужно искать правильный путь, чтобы подниматься. Прям челлендж какой-то. Так, давай теперь сюда. Не, не хватает, смотри, чуть-чуть не хватает, чтобы забраться. Как же так? Ну, давайте искать правильный путь подъема. Опа, прыгаем сюда. Теперь сюда. Так. Где же остров, на котором можно засейвиться? Ребята, не вижу. А, вот он, достаточно высоко. Достаточно высоко, я могу сказать. Так, теперь сюда. Аккуратно, максимально аккуратно нам надо это все пройти с вами сейчас. Так, вот еще островок, и мы почти на финишной прямой. Так, главное вот здесь не сорваться, надо как-то аккуратно, может, сюда. О, я открыл новый остров. Найс, и я прыгаю сюда. Что здесь мы можем делать? У нас, опачки, мы опустошили какой-то контейнер с IQ получили. То есть мы выпили какую-то магическую жидкость и получили сознание какое-то большое, что ли. Опа, я все сдал. Зачем я все сдал? Здесь чувак какой-то и с вопросиком на голове. А че, почему? Как мне с тобой поговорить, может, надо? Че-то он со мной не разговаривает. А вот. Привет, Джуза. Блин, не успел прочитать. Привет, Джуза. Тебе было легко добраться сюда или нет? Ну, достаточно сложно. Окей, я сделаю тебе чуть-чуть полегче в следующий раз. Ну, может быть, а может и нет. О, смотрите, здесь заполняется контейнер, и мы можем больше потом поглощать. Так, а теперь мы выше подняться сможем или нет? Давайте увеличим свою головешку и попробуем подняться еще выше на остров. Но как-то я его даже не вижу, он слишком высоко, кажется. Параллельно мы попытаемся подниматься, или у нас это не получится. Я не могу подняться выше к этим островкам. Нужно больше знаний, очень-очень много. Давай, прыгай, смотрите, у меня голова все больше становится, но допрыгнуть не получается. Хотя, если у меня будет 12800 мозгов, то тогда, может быть, я и смогу добраться до этих облачков. Давай, ты сможешь. Еще чуть-чуть. Нет, чуть-чуть не хватает. Блин, чуть-чуть не хватило. Кажется, придется покупать мне еще лучше книгу, наверное. Нет, книгу 50 стоит. 50 коинов. Значит, мне нужно увеличивать вот здесь вот свой объем. 38 тысяч коинов до 25. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Все, 39 тысяч есть. Значит, мы можем увеличить себе до 25 тысяч. Классно. Значит, мы идем на остров и пытаемся здесь подняться на вершину. А я не могу здесь опустошить? Не, я не могу. Сейчас дождемся, пока у нас мозги накопятся до 25 тысяч. И тогда, ничего себе, там голова летит. И тогда я смогу забраться, наверное, вот на эти облачка. Наконец-то я наполнил себе уже 25 тысяч головы размер. И теперь, наверное, я точно смогу допрыгнуть. Да, я допрыгиваю, даже перепрыгиваю. И это здорово, у нас есть здесь небольшие сейвы, где мы можем остановиться, так, починить, наверх дальше поднимаемся. О, вот так вот значительно легче подниматься, между прочим, чем было раньше. О, вот так вот надо было сразу накопить себе на 25 тысяч, тут вот легко. Тут легко мы поднимаемся наверх, на вершину Олимпа. Воу. Главное здесь не упасть, падать будет больно. Но, в принципе, плотность облаков здесь достаточно большая, поэтому мы
Скорее всего, может быть, где-нибудь на полпути вниз можем засейвиться, а пока мы поднимаемся наверх. Но уже долго поднимаемся. О, остров! Черт! Чуть не упал. Так, здесь сейвимся. И еще один остров у нас открыт. Уже зимний какой-то. А что здесь на островах? Есть что-нибудь интересное? Ну вот смотрите, мы берем знания. У нас теперь 35 тысяч. Воу, подпрыгиваем еще выше. Так, сколько? Здесь островов достаточно много. А на этих островах единственное, что есть, это, ну, вот эти вот баки, которые, в принципе, откатываются каждые 10 минут. И вот чтобы мне обратно на вершину запрыгнуть, не уж не получается, приколите, надо больше, 50 тысяч получается, надо знаний. И как бы я ни хотел, я не могу забраться выше. Может быть, если я вон тот контейнер с IQ подниму, чуть-чуть вот на нижнем острове, может быть, тогда получится. Сейчас попробуем спуститься, там может 10 минут прошло, хотя вряд ли. Йоу, падаем. Вот, я уже почти же на этом острове. Черт, 3 минуты. Ну ладно, тогда будем продавать. А если я вот на этом острове буду продавать, мне будет больше зачисляться или нет? Так давайте посмотрим. 35 тысяч, да? И я сдаю, и нет. Точно так же, да? Нет никакой разницы между тем, что там, что тут. Здесь ничего не иксуется. Везде по 200 дается. Ну давайте пойдем тогда покупать новую книгу за 50 тысяч. Так, знания должны идти нам побольше, уже по 500 IQ мы получаем. Так, подожди, по 200? Что, я не купил, что ли? Надо купить, ой-ой-ой, надо купить зеленую книжку. Она будет давать по 500 IQ. Так, ну, в принципе, что здесь, головы бегают гигантские. Бегают и бегают. Мне интересно, что дальше? Неужели на всех островах это у нас будет просто остров с дополнительным IQ? Это получается у нас симулятор кликера, только вот у нас вместо кликов увеличивается наш бан. Ну, как для разнообразия сойдет, наверное, я думаю. Но это не точно. Как, сколько стоит следующее увеличение моего размера? 7-6 тысяч! Офигеть! Ну, я думаю, мы быстро это накопим, с учетом того, то, что нам по 500 дается каждый раз, по 500. И мы 78 накопим быстро. Мне просто несколько раз надо будет заполнить, и я это все добро отдаю. И все, в принципе, мы уже спокойно сможем запрыгнуть на четвертый, на третий остров. На третий, блин, всего лишь на третий. А их здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь островов. Это ж сколько надо прокачаться. Офигеть, просто не встать. Но у этих ребят голов много, смотрите. Так, сдаем. У них IQ 360. Воу, 1,5 миллиона коинов у кого-то есть. Офигеть, вот это они здесь прокачались. Вот это мощь. Так, что я стою-то? У меня уж 95 тысяч есть. Поэтому я могу или 100. Сколько следующая книга стоит? 150, наверное. Да, блин, 150. Я думал соточку. Ну, в принципе, можно и... Ну, ладно. Покупаю себе расширение мозгов. Следующий 153 тысячи стоит. Так, давайте тогда мы... Че, попробуем следующий остров оседлать? Или же сразу купим следующую книгу? Блин, я не знаю, 150 тысяч. Но, в принципе, можно и книгу купить сразу, следующую. Ну что, там книжка 150, мы ее покупаем, и она нам будет давать по 1250. Вот это да, так мы вообще так быстро, быстро увеличим свою головешку. Так, подожди, я в правильный остров зашел вообще? Да, вроде бы правильный. Мне 51, да, надо? Так, ну да, думаю, если у меня будет 51 тысяча, то я с легкостью смогу запрыгнуть до этих облачков. Давай чуть-чуть. Еще чуть-чуть, давай, прыгай. И есть, я запрыгнул. Ну все, теперь нам будет легче, наверное, да? Так, а что ты не прыгаешь? Ай, прыгай. Вот так вот у нас голова все больше и больше становится. Мне интересно вообще, какова максимальная наша голова может быть в этой игре. Прыгаем до следующих островов, вперед, давай. И мы уже... Где-то почти что не близко оказывается, блин. С каждым разом неужели все дальше и дальше этот остров будет находиться? Я думал то, что просто расстояние между облачками будет увеличиваться. А так оказывается и расстояние между островами. Так, я упал. Нет. Ну как так?
Да неужели я просто упал в самый низ? Такое вообще реально, нет? Здесь плотность облаков такая гигантская, как я вообще смог упасть прям в самый низ? Ладно. О, опять упал. Так, надо добраться обратно до этой вершины. Главное, я вроде бы почти что там зацепился, но не, нифига не зацепился. Так, больше так фейлиться нельзя, а то реально так смотришь вниз, как будто облаков много, но я как-то сквозь всех них сумел прошмыгнуть и упал почти что до самого низа. Так, и вот наш остров, на который я не допрыгнул, а вот теперь допрыгнул, и здесь нас еще ожидает контейнер с IQ, давайте выпивать. Вау, все выпили, и нас 7-6 тысяч, да, но я смотрю, мы все равно не можем допрыгнуть до следующего. Вау, вот это да. Но я знаю, что нужно сделать. Нужно вот это все добро, которое у меня есть, продать. Или давайте-ка попробуем сходить на первый остров вот сюда. И забрать здесь награду, потому что она откатилась. 81 тысяча, да, у нас 81 тысяча. Здесь у нас еще 30 секунд. Можем подождать и забрать здесь еще награду. И попробуем там сразу пропрыгать, пролайфхачить, так сказать. Может быть, лайфхак сработает. Давай, давай, 3, 2, 1, быстрее. Мы поглощаем знания, у нас 91 тысяча. Так, ну что ж, интересно, получится или не получится. Лайфхак будет работать или нет, но кажется, кажется не будет. Смотрите, я не допрыгиваю, чуть-чуть не хватает. Совсем капельку, куда я полетел, в самый низ, кажется, да? Не-не-не, я должен здесь засейвиться. Должен засейвиться. Ну так, ну неужели даже 91 тысяча не хватает, чтобы запрыгнуть до этих вот облачков? Ну как так? Чуть-чуть, смотри, чуть-чуть, макушкой я прям задеваю, но допрыгнуть не могу. Кажется, придется все это добро продавать. Продали. У нас есть 93 тысячи, да? Ну, о, ничего себе, вот это квадрат здесь, квадратная голова. Вот она гигантская, вот это я понимаю, жбан. Но мне надо 150 чем-то тысяч, чтобы увеличить еще объем своей головы и допрыгнуть до следующего острова. По крайней мере, мы уже 3 острова открыли и будем сейчас открывать 4-й. И получается, мы половину игры, ну, больше половины игры даже уже пройдем, если откроем этот остров. Так, 195 тысяч есть. Значит, мы можем увеличивать. Следующий уже... Сколько? 307? Так я, мне кажется, смогу 307 сейчас сделать, чтобы еще больше увеличить свой жбан. Ну, в принципе, смотрите, я с нуля уже прокачался достаточно много. Сейчас мне 3 раза получается вот это сдать, свои знания накопленные. И все. И я еще смогу расширить свою бошечку. Воу, лучше мне не прыгать. А то я улетаю непонятно куда в небеса. Так, здесь все это дело сдаем и копим. Еще 2 раза, получается, мне это надо сдать. На что, 313 накопил, мне хватит? Да, хватит. И теперь у меня голова должна увеличиваться до 204 тысяч. Да, интересно, сколько я буду это все копить. Ну, давайте мы посмотрим здесь, постоим, подождем, так скажем, пока наши знания достигнут максимального размера. И попробуем прыгать высоко, высоко и далеко. Может быть, даже сможем всю игру пройти за раз. Ну вот, 204 тысячи мы накопили. Долго же я копил это и полетел. Воу-воу-воу-воу-воу. Высоко полетел, достаточно высоко. Чуть не упал даже, чуть не перелетел. А вот теперь начинаются сложности. Вот здесь нужно сейвиться аккуратно, потому что я слишком высоко перелетаю эти облачка. Но на следующую ступень, главное, не могу запрыгнуть, потому что не хватает, чтобы перелететь сразу 2 этажа. И нужно вот здесь вот в промежуточках сейвиться. Но в любом случае это у нас замечательно, потому что я в любом случае это перепрыгну и допрыгну до следующего острова. Самое печальное то, что я здесь отскакиваю. Отскакиваю от вот этих облаков. Во, а здесь не отскочил. Здорово, здорово. И упал, блин, не-не-не-не-не, сейвься, куда я полетел? Блин, и пролетел миллион этажей вниз.
Да что ты будешь делать? Так давай аккуратно это все проходим. Зачем я столько силы-то прокачал? Не силы, а мозгов. Так. О, кстати, да, в предыдущих симуляторах мы вечно качаем силу, а здесь мы что-то мозги решили прокачать и стали очень умными гениями, которые, блин, по облачкам прыгают. Ничего себе, не знал, если у тебя будет много мозгов, большой IQ, ты сможешь по облакам прыгать. Может, это бред какой-то? Да когда там уже будет этот остров какой-нибудь хотя бы, я уже устал прыгать. Блин, да это жесть, очень высоко. Очень. И не хочется падать, потому что зафейлишься и все по новой пропрыгивать. Все это добро, так что надо как-то здесь сейвиться. Хух, да где? Ну мы уже почти близки. Еще несколько этажей и будет остров. Нет, я упал. Хух, здесь засейвился хотя бы. Да, опасно, опасно. Ура, мы на финишной прямой. И даже у нас открылся даже этот остров. Ля, все, забираем наши знания. IQ-контейнер получаем. Ну, как-то чуть-чуть маловато вроде бы вы дали, месье, но я могу уже до следующих облачков допрыгнуть. И сразу открываем следующий остров. Не останавливаемся. У-у-у, вот это высота. Да, лучше не перекачиваться, потому что как раз-таки, если не перекачиваешься, ровно прям прыгаешь на эти облачка. А если перекачаешься, блин, сложно на них потом приземляться. Здесь полегче будет. И это получается, мы уже предпоследний остров открываем. Жесть. Вот это жесть. Мне интересно, что же там на последнем? Есть ли там какой-нибудь, ну, я не знаю, секрет, пасхалочка, может быть, какой-нибудь интерактив? В чем-то прикол же должен быть. Вон там далеко какие-то вещи вижу, но может это даже к игре не относится. Но сейчас мы узнаем, что же будет в конце этой игры. Как вы видите, мы уже в космосе, что ли, или это ночь наступила, я просто не понимаю. Я где-то очень-очень-очень-очень высоко. Кажется, мы прыгаем на Луну. Но если вот так вот снизу смотреть, и моя голова не будет мешать, то похоже на Луну, но это не Луна, это космическая станция. Воу! Ничего себе, прикольно выглядит, прикольно. Так, а сколько мне здесь дадут награды? Но тоже не так уж и много. Но до следующих я, наверное... Опа! Допрыгиваю, что ли? Или нет, не допрыгиваю. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Они малюськи. Блин, на них сложно будет приземляться. Они очень маленькие, ребята, очень маленькие. Камушки очень маленькие. О, все. Ну попробуем, попробуем. Мы должны суметь добраться до последнего островка. Может от первого лица, кстати, прыгать? Может так лучше будет? Давайте-ка попробуем вот так вот. Опа, 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 опа. Аккуратно, аккуратно. Опа, засейвились. Давай сюда теперь. Оп, а где я? Тихо. О, они непрозрачные. Я сквозь них уже не могу проходить. В этом вся сложность. Я понял вас. Понял. Но я должен суметь допрыгать до последнего островка. Главное здесь не упасть. Блин, здесь упадешь. Все, хана. Здесь уже не такая плотность. Не такая, как с облачками. Ого, ребята, реально? Мы допрыгнули до Луны? Серьезно? Я думал, это прикол какой-то. Оказывается, здесь реально Луна. Вон это да, давайте допрыгнем до нее, посмотрим. Что же... А, это остров! Это остров? Здесь реально можно быть, бегать. Мы на Луне! Вот до чего знания нас довели, мы просто бегаем по Луне с гигантской головой. Ну давайте возьмем бонус. И кстати, ребята, это не последняя локация. Там еще что-то есть. И кажется, до этого еще чего-то я тоже могу допрыгнуть. Если я постараюсь, конечно. И наконец-то я добрался до последнего. Фух, острова. Ну как острова, это уже... Целая планета, получается, мы добрались до Марса. Ничего себе. Ничего себе. Так, давайте посмотрим последнюю награду. И сколько мне здесь дают? Ну, уже прилично. И что это все? Это последний остров, что ли? Вот так просто мы прошли всю игру. И даже прокачиваться не надо было. Я просто сорвался и лечу вниз.
И вот столько мне приходилось прыгать по этим обломкам метеоритов. Я, наверное, раз 20 отсюда свалился, пока прыгал. Но давайте мы делаем ресет персонажа и появляемся здесь. А чё, где я появился-то? Что это за место такое? Я в космосе почему-то. Я хотел сюда. Это до сих пор своей гигантской головой здесь тусуется. Ну смотрите, я прошел здесь всю игру, получается. Все острова открыл. Могу с чистой совестью здесь все сдать, продавать. Я не знаю, зачем здесь все остальное нужно. В магазине зачем что нужно. Не понимаю. Но, короче, без всего этого можно пройти эту игру очень-очень быстро. Ну, у меня прошло, наверное, минут 40, и я прошел эту игру. Имею 560 коинов. Ну, могу даже книгу купить. Ну, хорошо. А зачем столько книги-то, если даже островов дальше нету? Дальше островов нету. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось. Вы подписались на канал, поставили лайк, написали комментарий топовый, поделились видео со своими друзьями. А я желаю вам не болеть, не скучать. Пока-пока.